Добрый вечер, приветствую всех на территории Свободы. В Республике Молдова некоторые, особенно от оппозиции, политики часто приводят аргумент, что Молдова это аграрная страна, и что мы не уделяем должного внимания сельскому хозяйству, о том, насколько мы вообще еще можем называться аграрной страной, или это уже устаревшее название, и в какой ситуации сейчас находится сельское хозяйство Республики Молдова, мы будем говорить с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Боле. Добрый вечер, господин Боле. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Господин министр, мы вообще еще аграрное хозяйство, или мы уже все-таки развились дальше, ушли от этого? Ну, конечно, мы развиваемся не только односторонне, не только по направлению сельского хозяйства, но если говорить по количеству людей, которые работают в сельском хозяйстве, то мы, безусловно, являемся аграрной страной. То, что в пределах, ну вот сейчас проводят анализ, сколько у нас населения осталось в Республике Молдова. После этого мы узнаем точно, сколько у нас в Молдове проживает в населенных пунктах, в деревнях, сколько в городах. И тогда будем с точностью уже говорить о процентном соотношении, сколько все-таки задействовано рабочей силы в нашем сельском хозяйстве. Хотя, если по доходам, по сравнению с валовым национальным продуктом, конечно же, сельское хозяйство упало до 3%. Это очень мало по тем возможностям, которые есть. Но мы будем стараться индустриализировать наше сельское хозяйство, потому что показало себя экспорт, производство и экспорт исключительно только сырья, не приносит прибыли, нет торговой надбавки. Поэтому мы начинаем строить совершенно другие виды занятий в сельском хозяйстве, чтобы развить ее по отношению к производству сырья в виде переработки, что, на мой взгляд, является само собой очень хорошим видом деятельности с экономической точки зрения. Мы об этом с вами говорили еще до того, как вы стали министром. В моей программе мы неоднократно говорили о том, что мы необходимо развивать в сельском хозяйстве, в том числе и производство, и фермы заново создавать и так далее, для того, чтобы была возможность получать надбавленную стоимость, да, для того, чтобы развивалось наше сельское хозяйство. Вот что из этого, того, о чем мы с вами тогда еще обсуждали, стало сейчас уже за 2 года меняться и внедряться? Но впоследствии двухлетних изменений, допустим, если мы говорим про животноводство. Вот сегодня-завтра, но уже сегодня нет, но завтра, я думаю, что к обеду мне дадут точное количество произведенного молока в условиях фермы. И я вам дам цифры. В 2022 году в Молдове производилось 23 тысячи тонн молока в условиях фермы. В 2023 году 30 тысяч тонн молока, произведенного в условиях фермы. И уже в 2024 году, потому что мы платим за килограмм молока субсидий, но на сегодняшний момент мы можем говорить примерно от 44 до 50 тысяч тонн. То есть за 2 года мы более чем на 100% увеличили объем производимого молока в условиях фермы. Это означает контролируемое качество, это значит постоянство в производстве, это значит вырос поголовья крупнорогатого скота с хорошим высоким уровнем производительности. То есть вот эти те программы, которые мы внедрили до сих пор, именно по субсидированию. Почему мы развиваем животноводство? Во-первых, мы должны дать нашему населению наше молоко, отечественное молоко, и обеспечить безопасность. Пищевую безопасность, потому что мы все потребляем сыры, масло, брынзу, там, кефир, молоко. Это, в принципе, у каждого жителя Молдовы каждодневно на столе есть в виде еды. И, кроме всего прочего, мы думаем таким образом помочь нашим производителям сельхозпродукции в виде зерновых. Мы говорим про кукурузу, про пшеницу фуражную. Вместо того, чтобы ориентироваться на экспорт исключительно, надо переориентировать свой продукт на внутренний рынок, для продажи на внутренний рынок. Это им обеспечит какое-то определенное количество продаж, обеспечит постоянное количество продаж, и не будут настолько привязаны к мировым ценам, которые мы видим уже 2 год подряд, идут вниз, если мы говорим про продажу вот именно по этим двум группам зерновым, про пшеницу и про кукурузу. Ну, о зерновых и производителях зерновых давайте вернемся к тем протестам, которые почти весь 2023 год то стихали, то возобновлялись, то перекрывали транспортные артерии страны, приезжали в Кишинев, закрывали почти границу, то есть что-то даже похожее на то, что делали польские фермеры. В итоге был предложен план, вы настаивали, насколько я помню, на персональных кейсах каждого, чтобы не принимались лопакеты, чтобы каждый приходил и регистрировал свой персональный кейс и рассматривалось каждое дело отдельно.
Я видела информацию о том, что 226, если я не ошибаюсь, да, да. было подано заявлений. Это все, которые бастовали, или кто-то в итоге отказался подавать эти заявления? Нет, но мы не делали исключительно для людей, которые бастовали. Министерское хозяйство, начиная с января, декабря прошлого года, мы провели очень такой глубинный анализ состояния наших сельхозпроизводителей, которые занимаются зерновыми. У нас были поездки и в Каушан, и были поездки и в Кагуле, были встречи с сельхозпроизводителями в декабре и в ноябре 2023 года. И мы понимаем, что всем очень плохо, потому что все цены на дизельное топливо, на удобрения были увеличены, а продажные цены снижены. И, к сожалению, они не видно никаких тенденций по увеличению, к сожалению, для наших сельхозпроизводителей. И поэтому, понимая, что всем очень плохо, что всем очень трудно, у всех огромное количество долгов перед банками, и эти долги нужно оплачивать и так далее, то есть по счетам нужно платить. И еще особенно учитывая тот факт, что у нас денежные ресурсы не особо такие велики, поэтому мы приняли решение после такого анализа вот, по состоянию на 2023 год, приняли решение выплатить сельхозпроизводителям, особенно южных регионов, это в январе было принято решение, да. и правительство поддержало, и мы начали работать, и это задолго до протестов, потому что были поездки, после этого было принято решение, и я попросил у правительства 50 миллионов, потому что мы определили, что где-то будет 400-402 экономических агента, которые пострадали от засухи, то есть процент потерь от засухи по кукурузе 60% и больше. Вот Кагул и Камрад, там самое большое количество было сельхозпроизводителей, у которых процент потерь 90 и больше, то есть 100% потери. Да. Для нас не было вообще никаких вопросов, что это банкроты, если мы не предпринимем никаких действий по поддержке этих экономических агентов. Правительство сразу поддержало предложение Министерства сельского хозяйства, нам выделили эти 50 миллионов, мы их распределили. В конечном итоге получилось где-то 372 экономических агента, которые подали заявление. У них были акты засухи за 2023 год по кукурузе, непосредственно исключительно по кукурузе. Мы не поставили в расчет подсолнух и рапс в 2022 году. Это технические культуры. Эти не составляют в обязательном пакете для обеспечения так называемой национальной безопасности. Мы производим очень много этих товаров, это технические культуры. По кукурузе. То есть мы дали от 1000 леев, от 50 евро до 100-125 евро за каждый гектар. И что самое примечательное, без никакого плафона. То есть если у тебя было 300-500 гектаров кукурузы, которые были заактированы, как положено документально, ты получал, там, если, и у тебя все вот эти 300 гектаров 100% пострадали от засухи, умножалось на 2500 леев, и ты получал вот эту денежную сумму у тебя на счетах. После этого было принято решение уже в разговорах с сельхозпроизводителями о необходимости подготовки к весеннему периоду. Тогда было принято решение вместе с ООДО и с сельхозпроизводителями. И совместно с ООДО у нас есть госсекретарь, который занимается экономическими вопросами. За рекордно короткий период разработали новый продукт для сельхозпроизводителей, так называемый вот этот кредит только для мелких и микросельхозпроизводителей, срочный, да? И до 500 тысяч леев гарантия со стороны государства 90%. И самое примечательное, что могли воспользоваться этим срочным кредитом сельхозпроизводители, производители исключительно зерновых. Для начала посадки вот в этот весенний период был принят в парламенте закон, который запрещал. Даже если у тебя есть долги перед налоговой инспекцией, перед банками, никто не имел права эти 500 тысяч лей взять в счет других долгов. То есть это был целевой кредит, срочный целевой кредит для начала вот весенних работ в поле. Ну, воспользовались 240 экономических агентов. До 31 мая еще есть практически месяц и неделя. Я думаю, что количество людей, которые захотят взять данный кредит, еще увеличится, там, насколько мы не знаем. Но он есть, он в рабочем состоянии, он показал свою эффективность, потому что люди берут и работают, и воспринимают его как хороший инструмент, денежный инструмент. Засуха является форс-мажором, она может быть основанием для того, чтобы они получили сертификат о ситуации форс-мажор и отсрочку в коммерческих банках, допустим. Да, но его нужно задокументировать.
То есть каждый год Министерство сельского хозяйства совместно с нашими управлениями по сельскому хозяйству на уровне районов, совместно с руководителями всех наших районов, у нас есть заседание, мы им говорим о том, что когда возникает засуха или другие виды природных явлений, которые приводят к убыткам, надо составлять комиссии, чрезвычайные комиссии на уровне района, на уровне населенного пункта, под председательством примара и под председательством районного управления. Вот, они там быстро их составляют. И они едут, составляют акты. С этими актами нужно идти в так называемую торгово-промышленную палату. Получать сертификат. Получаешь сертификат, и после этого ты идешь к своим кредиторам, в банк и так далее, и решаешь все свои вопросы. Значит, это не было сделано, потому что я так поняла, что это одна из основных претензий, с которой приходили фермеры протестовать, что у них там под залогом дома, машины, у них все отберут, трактора, да, сельхозтехника, потому что они не имеют чем погашать кредиты. У них были акты, и на основе актов они могли решить этот вопрос вообще безболезненно. Они не были проинформированы, вот мы создадим аграрные палаты, и они получат доступ к информации из первоисточников. То есть эта возможность существовала уже тогда? Не было необходимости ни со стороны министерства, ни со стороны парламента или правительства в каком-то отдельном акте о форс-мажоре? Нет. Мы жили в чрезвычайной ситуации. То есть они могли спокойно по закону... Нет, но это чрезвычайная ситуация у нас была экономического кризиса. Она имела другой характер. Законодательная база в Республике Молдова предусматривает сегодня, и предусматривала вчера, и пару лет назад. В 22-м или 21-м году, или 20-м году парламент проголосовал и там назвал, что такое форс-мажор. Это несколько лет назад поменяли в нашем гражданском кодексе вот это название. А так... Есть все действует, все в рабочем состоянии. Торгово-промышленная палата у нас очень профессионально работает. Они сразу подключились, стали выдавать. И на основе вот этих актов ты можешь остановить все процессы против тебя. То есть не было необходимости ни в чем особенном, кроме грамотного информирования всех? Кроме информации. Но и вы понимаете, юридического что... сопровождения тех, кто сам не понимает. Согласен. Но на сегодняшний момент, насколько мы понимаем, вообще в нашем мире, в таком конкурентном мире, доступ к информации является очень большим приоритетом. И иногда это означает, ты обанкротишься или нет. Ну, я бы сказала, что информации у нас достаточно, просто не все умеют ее находить именно ту, которую нужно, вместо того, чтобы слушать Куметру или кого-то еще. Это специфика нашей страны, да? А в других странах там другие ведущие, блогеры, влогеры, еще что-то. Я предпочитаю читать законы и смотреть, что там написано. Но вот у нас опять ситуация, насколько я понимаю, с подсолнечником. И тут я хочу понять, насколько реально есть сложность, или она опять искусственно создается в масс-медиа. У нас есть проблемы с необходимым количеством подсолнечника в нашей стране на данный момент? Смотрите, у нас есть переработчик, один крупный, который, ну, я думаю, еще никто не почитал. Мы попросили наше агентство по конкуренции, по монополии, чтобы они проанализировали, все-таки какую долю рынка он держит на сегодняшний момент? То ли 70, то ли 75%. Но в любом случае это доминирующее? Это доминирующее, конечно. Это доминирующее, он имеет положение. Мы говорим про переработку. Вот когда мы сейчас говорим про подсолнок, мы должны говорить про три основные составляющие. Очень важно, чтобы телезрители понимали, что есть три основные составляющие данной задачи. Первый – это сельхозпроизводители. Второй – это переработчики. И третий, самый большой пласт вот этого всего вопроса, это 2,5 миллиона жителей Республики Молдова. Переработчик это 1000, 1500, 3000, потому что у него 3 завода, мы не знаем точно, сколько у него работников. Это все граждане, жители Республики Молдова, это все налоги в наш бюджет, это переработка, это платежи, это завод, это производство, это экспорт не сырья, а уже масла переработанного. Мы говорим про несколько тысяч производители сельхозпродукции, это опять населенный пункт, это деревни, это переработка земли, обработка, продажа и так далее. И все три составляющие – это все граждане Республики Молдова. И мы должны учитывать интересы всех трех сторон. Когда мы включили процесс лицензирования 4 октября 2023 года, это мы его включили как инструмент для того, чтобы была возможность остановить падение, неконтролируемое падение нашего внутреннего рынка. Когда у одного покупателя на рынке до 70, даже если это 70, это по-любому очень большая величина из доли рынка как такового,
он настолько доминирует, что в принципе все остальные не имеют возможности конкурировать или не имеют возможности вообще торговаться. Особенно если учитывать тот факт, что наши сельхозпроизводители не имеют ни кооперативов, никаких объединений торговых. То есть каждый по отдельности идет со своим товаром и заключает отдельный договор по продаже. То есть у них нет вот такого большого объема, вот я иду, я торгуюсь за 2000 или 20 тысяч тонн, каждый продает свои там 5000, 3300. У него получается у каждого индивидуальный договор, индивидуальная цена, индивидуальные условия продажи, они между собой вообще не говорят, они не, ну как, не делятся опытом и так далее. Ну мы такие на сегодняшний момент, у нас такая ситуация. И поэтому, чтобы создать действенный и реальный рычаг в руках наших сельхозпроизводителей, мы ввели лицензирование. И до того момента, сколько на территории Республики Молдова был подсолнух, конечно же, мы отказывали производителю в праве выдачи лицензии. Мы его все время перенаправляли на внутренний рынок и говорили, нужно покупать на нашей территории. Я сделал один раз декларацию, и я постоянно ее делаю, и это не только подсолнух, ко всем остальным видам переработки. Меня интересует переработка на территории Республики Молдова исключительно, если она перерабатывает наше сырье молдавское. Если это импортное сырье, это другой бизнес. Это может очень прибыльный бизнес для них, но для Министерства сельскохозяйства это абсолютно неинтересный бизнес. Это уже не свободный рынок получается. Да. И поэтому мы переориентировали и сказали ему, нужно покупать на нашем внутреннем рынке. Окей, он купил. И со слов господина Слусаря, купил по 5 лей. А сейчас хочет покупать украинское по 7, причем купил по 5, потому что он выше не хотел ставить цену. Смотрите, со слов сельхозпроизводителей, которые участвовали, у нас были три заседания. С одной стороны были переработчики, с другой стороны были сельхозпроизводители. И они смотрят передачу, и я никогда не говорю вещи, которые не говорили другие люди. Данный производитель на рынке, на молдавском рынке, всегда давал самые высокие цены. Самые высокие цены. У него одна проблема, большая, если даже он давал цены выше, чем все остальные, он не сразу рассчитывался. Или он рассчитывался через месяц, через два, через три. Это большая проблема для наших сельхозпроизводителей. И чтобы все телезрители понимали, цену на подсолнух устанавливает исключительно цена на масло. Люди производят масло и продают ее на международный рынок, на мировой рынок, в Египет, в Европу. Они там конкурируют с другими производителями. Есть биржа, где устанавливается цена. То есть нет такого, что производитель и переработчик на территории Республики Молдова, он единолично устанавливает какие-то цены от балды для того, чтобы непонятно что. Поэтому те разговоры, которые были в присутствии сельхозпроизводителя на платформе Министерства сельского хозяйства между ними, привели к следующему. Там цена была, допустим, в марте 6 леев 70 или 75 бань, я могу там пару копеек перепутать, бануци. Он поднял до 7 леев и 50, 7 леев 35 для того, чтобы заключить договора на внутреннем рынке. И он рассчитался по всем долгам. Это они вели разговоры между собой на платформе Министерства сельского хозяйства. Но в то же самое время наш сельхозпроизводитель, допустим, только с 1 апреля по 17 апреля экспортировали из Республики Молдова в пределах 34 тысяч тонн подсолнуха. Они экспортируют, то есть они находят другие рынки по другим ценам. Это абсолютно нормальная экономическая деятельность. То есть мы говорим о том, что рычаг, который был создан Министерством сельского хозяйства в виде лицензирования при импорте кукурузы, подсолнуха и пшеницы, ну, дал свои результаты. То есть вот в результате вот такого рода административного рычага производитель, который имеет доминирующее положение на нашем рынке, сел за стол переговоров сельхозпроизводитель, увеличил цену, дал им такую цену, купил все, что было на нашем рынке, оплатил все по своим текущим долгам. И для того, чтобы в дальнейшем работать, ему нужен подсолнух, которого в Молдове на сегодняшний день нет, или он в очень малых количествах. Вторую часть я знаю. Я до программы разговаривала с другими, скажем так, людьми, они мне подтвердили, что подсолнечник в Молдове закончился, и им необходима лицензия для приобретения, это не от Трансойла, другой компания я разговаривала, и все подтверждают, что у нас уже подсолнечника необходимого для производства масла просто нет, и им необходимо везти с Украины, это правда. Но вот господин Слусарь говорит, что в августе-сентябре
Им заплатили по 5 леев и даже ниже за тонну. Вы говорите 6,57, он пишет 5 леев. И что эта цена была установлена по принципу «хочешь продавай, нет, оставайся со своими семенами», потому что он занимает доминирующее положение. Я не знаю, соответствует эта цена правде или нет, как, честно, врать не буду. Но ситуация с доминирующим положением, мне кажется, все-таки у нашего совета по конкуренции должна вызывать вопросы. Согласен. Но вы понимаете, когда данный совет работает, он должен принимать такие очень четкие решения, которые должны заканчиваться отправлением в суд, в судебные инстанции. Допустим, я дам пример Румынии. Компания, мобильная компания, купила государственное предприятие, тоже по телекоммуникациям. И данный совет по конкуренции, вот эту сделку, государственную сделку, там был аукцион и так далее, то есть они расторгнули, потому что они сказали, что в результате слияния вот этих позже. Двух, да, там будет просто доминирующее положение, и это недопустимо. То есть они не то что сорвали, а запретили сделку государственного уровня, они продавали там государственную компанию, частную компанию, они ее запретили. То есть тогда, когда продавали на нашем внутреннем рынке, в Молдове, одной компании, все наши зернохранилища, потому что они, начиная с севера по юг, два комбината мукомольных и те же комбинаты по производству подсолнечного масла, в порту опять третий комбинат по производству, вот это создает абсолютно доминирующее положение. Этим, конечно, должно было тогда заниматься и не должен был допустить так называемый совет по конкуренции и по монополию, по антимонополию. Этого не было тогда. На сегодняшний момент, я думаю, вот мы обратились, мы написали письмо в данный совет, чтобы они вышли с точным определением какого-то объема и количества, и какое у него положение на нашем рынке на сегодняшний день. И влияет ли это, несет негативную оценку производителям? Да. Я правильно понимаю? Да. Ясно. Рост для предпосылок цен на подсолнечное масло есть или все-таки его не будет? Вы знаете, мы произвели в прошлом году, по данным статистики, которые нам дали, по тем площадям, которые были на которых было выращено подсолнух, где-то в пределах, ну, примерно, плюс-минус 800 тысяч тонн подсолнуха. И по данным нашего же переработчика-производителя, вот на предпоследнем заседании, он сказал, что они перерабатывают из всего общего количества, которое они покупают и продают на внутренний рынок, потому что мы покупаем бутилированное масло, исключительно очень легко для него, от 25 до 30 тысяч тонн подсолнуха. То есть настолько маленький объем от всего количества, что это в принципе ну, абсолютно не может влиять на нашу внутреннюю цену, если даже увеличивается в каком-то плане там, цена на подсолнух. То есть, если ты покупаешь в один период очень дешевый подсолнух, и ты можешь производить и оставить его на внутренний рынок и обеспечить наш внутренний рынок подсолнечным маслом круглый год. То есть, даже если они сейчас закупят на Украине, где цена, допустим, предположительно будет выше, чем тот, что он покупал в течение года у нас, это не повлияет на цену на масло? Не должно. Это из его же слов. То есть объем продаж на внутренний рынок очень мал по сравнению с тем, что он производит и продает вообще на внешний рынок. Но это с его слов. Он, то есть директор комбината, и на своей странице в Фейсбуке, и вообще он говорит о том, что предпосылок для увеличения цен на внутреннем рынок на подсолнечное масло для граждан Республики Молдова в принципе нет. Ксения Мистер, вы довольны, как сейчас работает агентство АНСА? Да. Ну, проблемы есть, конечно, как и у всех, но в общем мы говорим о том, что агентство меняется, развивается. Они всегда в поисках людей и там в пределах тех возможностей, которые на сегодняшний момент они имеют. Я думаю, что они вот, ну, последние несколько лет они начали работать. Мы говорим о том, что они начали работать в интересах граждан. И у них есть одна основная задача. Они должны обеспечить нам безопасность пищевую в виде продуктов питания, которые попадают к нам на стол, абсолютно безопасных. То есть они должны гарантировать, что все товары, которые импортируются из Республики Молдова, производятся в Республике Молдова, являются безопасными. Вот это их основная задача. Это их основная работа от начала и до. Министерство сельского хозяйства на основе законодательства национального и европейского делает законодательную базу, они ее внедряют. То есть мы работаем в двух плоскостях, но делаем одно и то же дело. Мы создаем законодательную базу, а они ее внедряют.
А смысл конечный, что все продукты питания, которые попадают на стол для наших граждан, они являются абсолютно безопасными и контролируемыми. Вот в этом и заключается вся их задача. Поэтому, почему я говорил, что они начали работать хорошо? Конечно, есть проблемы во всем, и в министерстве, и в правительстве, везде есть проблемы, мы все люди, мы все разные. Но, допустим, тот факт, что в последние два года нам разрешили, это очень большой успех именно работы ААНСа по внедрению всех требований безопасности пищевой. Нам разрешили экспорт яйца, птицы, мяса переработанного. И вот сейчас уже там на уровне правительств стран Евросоюза охлажденного мяса птицы, экспорт в Евросоюз, это очень большая победа, является результатом труда работников ААНСа исключительно. Вы видели заявление бывших сотрудников Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, которые говорили, что директор создает невыносимое давление на них, оказывал, увольнял и так далее. Вы в министерстве получили такую информацию? Они не подчиняются Министерству сельского хозяйства, они подчиняются напрямую премьер-министру. Ну, считаете, что... Они ко мне не обращались. Я не знаю, о чем они говорили в своем письме. Они не обращались в Министерство сельского хозяйства со своим письмом. Угу. Тогда давайте об новом экономическом совете фермеров. Вы как-то говорили о том, что участие добровольное, что от этого выиграют все, в том числе те, которые будут приходить на этот совет, и решения, которые там будут приниматься. Насколько представители там разных сфер фермеров согласились с такой инициативой и приходят? Потому что... Совет, экономический совет, он исключительно для производителей зерновых. Только для зерновых? Да, потому что все остальные имеют профессиональные ассоциации. А там... эти тогда почему не собираются в ассоциацию? У нас есть некоторые ассоциации, но они очень неохотно собираются сами по себе. А все остальные, там, допустим, те, которые имеют, выращивают овец, кур, свиней, угу, они имеют свои профессиональные ассоциации. У нас есть советы с ними профессиональные. У нас раз в два месяца у нас идут встречи с ними, постоянно происходят данные встречи. Мы создали данный совет, потому что мы проходим через очень тяжелый период. Очень тяжелый период. После 22 года все поменялось. И больше всего ударило в сельхозпроизводителей от первой и второй зерновой группы. От более всего абсолютно. Потому что они были ориентированы на экспорт, они продавали на внутренний рынок, они продавали, но больше всего на экспорт. И, допустим, наш рынок очень большой, который в 22 году, 21 до конца года, дошел до 840-850 миллионов долларов, это Турция. И начиная с 22 года он, в принципе, исчез как рынок для сбыта наших сельхозпродуктов. Понимаете, какой это удар был. То есть наши рынки сбыта поменялись все. Мы экспортировали в Румынию пшеницы, там 200 с чем-то тысяч тонн. А в 22 году, в 23 году, это в 22 где-то 200 с чем-то тысяч, а в 23 году мы превысили миллион тонн экспорта зерновых пшеницы только в Румынию. То есть все вот данные изменения, они, конечно же, влияют очень отрицательно, потому что это значит новые рынки, их надо искать, это совершенно другие цены, это совершенно другие связи и так далее. Поэтому это очень отрицательно влияет на наших сельхозпроизводителей, поэтому мы приняли решение создать такой совет экономический при министерстве. А он работает? У нас было первое заседание, второе заседание. Ну, там подняли вопрос по НДС. После всех претензий, которые были к министерству, удалось ли вам с ними наладить контакт, да, и более-менее откровенно начать они общаться? Они все очень разные, и их надо всегда смотреть, из какой экономической цепочки они принимают участие. Если мы говорим про те, которые выращивают животных, это одни экономические агенты. Те, которые имеют виноградники столовых сортов и вошли в ассоциацию профессиональную и занимаются экспортами, и неплохо зарабатывают, это другие. А есть те, которые имеют те же виноградники, но не вошли в ассоциацию. Это совершенно другие разговоры, другие цены. Допустим, и те, которые производят виноград столовых сортов и вошли в профессиональные ассоциации. Вот в 23-м mm-hmm. году на 24-й мы сделали рекордный экспорт винограда столовых сортов, и средняя цена, заметьте, была практически 1 евро, 98 центов на экспорт. Это практически 17 лев. И в то же самое время в Молдове есть экономические агенты, которые производят тот же виноград столовых сортов,
и продают его по 2,50, по 3 лея, потому что так и не хотят включаться вот в данные ассоциации. И так далее. А экспорт сезонный или ежегодный? Если ты входишь в ассоциацию, он запрограммированный, и наши условия хранения на сегодняшний день настолько хороши, что они позволяют экономическим агентам хранить его буквально до марта, до апреля месяца в очень хороших условиях. То есть, если для экспорта, они их готовы хранить. А если круглый год обеспечивать нас в наших магазинах, возникает вопрос невозможности. Виноград невозможно хранить. Как для экспорта они его могут хранить? А для он продается постоянно и в Молдове. Он продается у нас в Молдове постоянно. Нет, подождите, наш молдавский, давайте мы с вами как-нибудь зимой сходим, я вас приглашаю в супермаркет, один из самых распространенных. Я ежедневно хожу. И если вы мне там покажете молдавский виноград или помидоры, я буду удивлена. Ну, помидор нет, а виноград есть, наш красный виноград. К сожалению, у наш институт выработал только вот такой очень хороший коммерческий, вот только вот наш Молдова, наш национальный продукт. Но белых сортов, допустим, у нас нет такого же качества и уровня виноград. Кроме всего прочего, на уровне европейского рынка востребован бескосточковый. То есть люди хотят без косточек. И сейчас в нашем институте... Наши с косточкой хотят, только по нашей цене. Понимаете? Не за 1,5-2 евро. Ну, это торговля. Я понимаю торговлю, но как-то получается, что когда не сезон, все идут в государственный бюджет просить компенсаций. А когда сезон, то, простите меня за такое примитивное обобщение, то торговля. А мы-то здесь, пополняющие этот национальный бюджет, когда будем на первом месте? Ну, есть рынки, где наши продают, есть киоски, где наши продают постоянно. Наш сельхозпроизводитель относится с уважением и с любовью к нашим покупателям. И там возможно найти наши продукты, хорошо, яблоки наши, мы виноград. С вами уже обсуждали этот законопроект, отложенный, когда в наших магазинах хотя бы 50% продукции, ну, той выращиваемой у нас, к которой мы привыкли, можно будет приобретать, учитывая сильнейшее сокращение количества рынков сельхозпродукции, которое произошло в нашей столице. И даже на последние, я знаю, что некоторые строительные компании уже поглядывают, по там площади неплохие в хорошем месте. И хочется понять, ну тогда, если нас обязывают ходить в магазин, и наша культура рынков отходит, да, и только будут уже там осенние ярмарки и так далее, то когда мы будем покупать свой майонез, простите, а не российский, в магазинах? Почти ну, это тоже интересный найти. Вопрос. Когда мы будем... Это пищевая промышленность, насколько я это понимаю. Это пищевая, да. Когда мы будем покупать свои овощи и фрукты круглый год в магазинах, а не там, на один вид нашей продукции, 3 турецких, например, и так далее. Когда это реально, есть ли такой план, возможно, что для этого необходимо, хочется купить свое уже. Но надо смотреть по позициям. Если мы говорим про яблоки, начиная с 2022 года, в Молдову не произошло ни одного импорта яблок. И наши экспортеры, наши производители яблок открыли для себя наш внутренний рынок. И поняли, что, допустим, наш внутренний рынок тоже может требует поглотить 50 тысяч тонн. И если мы говорим о том, что вообще на складах в осенний период закладывают на зиму, на продажу, на экспорт, ну, примерно 200-215 тысяч тонн, чуть меньше, чуть больше, то 50 тысяч тонн – это 25% от заложенных яблок вообще в складских помещениях. И для нашего внутреннего рынка не требуется, чтобы яблоки не обязательно были калиброваны. То есть мы его покупаем, кушаем без... Нас интересует вкус, а не размер. Вкус, запах нашего замечательных яблок. Поэтому у нас нет таких прямо претензий, чтобы каждое яблоко было 30 миллиметров. Мы открываем чуть шире, чуть меньше рот и кушаем с большим удовольствием наши яблоки. Ножичек берем в крайнем случае, что? Разрезаем. Берем ножичек, да, разрезаем. Да, да, да. Мы разбираемся без особых проблем. Мы не... Да. То есть по яблокам это возможно, и это есть уже. Что касается слив, они в свежем виде, наши сливы молдавские, хранятся, ну, самый большой период, ну, 60 дней. В остальной период она продается только в сушеном виде, потому что она теряет светотоварный вид. И благодаря вот этим ее качествам, что она осталась природной, натуральной,
ее и так покупают сейчас в Европе. Мы в прошлом году на 100% увеличили до 66 тысяч тонн сливы продали в Евросоюз. Да, но и у нас ее было много в продаже. Да, это было замечательно. Было из чего выбирать разные сорта. Это она и есть сезонная, потому что в остальное время она просто невозможно ее хранить и продавать. Что касается винограда, ну вот мы его храним до марта месяца, и он у нас продается. Там в киосках, допустим, в населенном пункте, где я живу, он в киоск постоянно продается. Наш виноград молдавский, смешанный с нашим. Да, есть он. А у меня, вы знаете, там, где я живу, все киоски закрыли. Ну, это уже другой вопрос. Это не к сельхозпроизводителям. Это тоже действие против сельхозпроизводителей. Вот я не видела, кстати, по этому поводу ни одного из заявлений со стороны министерства, что наши производители, почему только на ярмарке должны привозить? А что, в среду или в пять, или во вторник мы не хотим купить? Если бы, вот мы сейчас создали ассоциацию производителей овощей, у нас будет встреча с ними, первая встреча, чтобы вы понимали, за 32 года мы создаем первую ассоциацию производителей овощей. И вот мы возвращаемся к нашим овощам. Мы всегда были, даже в бывшем Советском Союзе, мы были на передовых местах по производству очень качественных, хороших овощей, и мы всех кормили, сами производили очень много, кушали сами с большим удовольствием. В чем заключается на сегодняшний день проблема с производством овощей? Если мы говорим с мая по сентябрь, ну, мы, в принципе, вопрос разрешен, там нет особых вообще проблем. Мы конкурируем с импортом по ценовой, по вкусовым качествам, по всем вопросам. Там нет вообще никаких проблем. Никто и не импортирует в этот период. Осенний, зимний, весенний период, вся проблема в производстве овощей заключается, мы не говорим про овощи, там картофель, капуста, там свекла или еще что-то. Мы говорим про морковь, не морковь, а мы говорим про помидоры и огурцы. Вот эти два, потому что мы привыкли их кушать круглый год уже и в последнее время. И в достаточном количестве и по очень хорошим ценам. И по очень хорошим ценам. Для того, чтобы они имели хорошие цены, мы понимаем, что энергосоставляющая в осенний, зимний, весенний период в ценовом образовании будет очень высокой. Электроэнергия дорогая. Газ да дорогой. Ну, понимаете, там не то, что у тебя там квартира, там тысячи квадратных метров. И их все время нужно согревать. И мы попадаем как раз в период, очень холодный период, когда охлаждение включается постоянно, и оно работает. Поэтому мы с господином Парликовым работаем над тем, чтобы найти что-то очень эффективное на европейском уровне, которое мы готовы субсидировать как Министерство сельского хозяйства, дать нашим сельхозпроизводителям. Вот у нас будет встреча с ассоциацией производителей овощей. Берите ветряки, они дуют круглый год. Но это очень дорого. Это 1,5 миллиона. Это 1,5 миллиона евро. У нас, вы знаете, уже стоят. Можно у них просто покупать электроэнергию. Да. У нас, знаете, сколько всего по стране? Я вот когда езжу, я поражаюсь. Там целые фермы стоят солнечных панелей. Много стало ветряков. Уже я прям не вижу, где граница, где мы заехали в Румынию. Раньше, когда в Румынию заезжала, видела, стоят. А сейчас в Молдове их достаточно. Развивается, да. Да, то есть мы в этом плане развиваемся. Но я понимаю, что у молдавского сельского хозяйства есть две очень большие проблемы. По крайней мере, те, которые касаются выращиваемой продукции. Да, первая – засуха и не урожай, а вторая – нет засухи, есть урожай. В первом случае нам нечего продавать, а во второй нам некуда так много продавать. Обычно наши фермеры выходят, либо дайте нам компенсации за то, что у нас все сгорело, либо компенсируйте за то, что мы не можем продавать. Что у нас с ирригацией для решения первой проблемы? Мы с вами об этом тоже говорили много. Вы еще были в оппозиции, потом депутатом, потом председателем профильной комиссии, если я правильно помню, да, стали министром. Тоже я помню, вы говорили об изменении ситуации в ирригации. Уже в работе. Как и развитие животноводства, мы говорим о программе Агри. Государство взяло в долг 50 миллионов долларов. И из них 23, по-моему, отдали в развитие животноводства. И 25 отдали в развитие ирригационных систем. И вот первый, это идет так, Этулия Александр Юанкуза, это наш юго-запад, Штефан Вод, это юго-восток, и север, это Бричана. То есть мы выбрали там, где есть ассоциации потребителей воды, где есть доступ к воде, и самое важное, есть ассоциации действующие рабочие, у которых есть экономические агенты, которые выращивают
производство с высокой добавочной стоимостью. Мы говорим про овощеводство, мы говорим про виноградарство, столовые сорта, технические сорта, сады, те, которые занимаются поливом. Поэтому первые идут, но успевают так, это Штефанвод, у них уже готовый проект, его передали в Всемирный банк, его сейчас переводят по всем условиям Всемирного банка, вот этот проект и все расчеты. И я думаю, что к концу мая будет уже будет открыт аукцион для начала строительства. То есть для участия компании, которая будет строить первую нашу ирригационную систему. Впервые за 32 года государство Республика Молдова инвестирует деньги в ирригационную систему, централизованную ирригационную систему. Вы упомянули, что речь идет о тех районах, где есть откуда брать воду для ирригационных систем. Основная засуха, насколько я помню, бьет как раз по тем районам, где нет источников для ирригационной системы. Нет, насколько парадоксально не было, то мы говорим про Штефанвода Каушана, это берег реки Днестр. Мы говорим про Кагул, Кантемир, это река Прут. Это если берем южнее, там река, озеро Кагул, это практически вода из Дуная. То есть доступ к воде, он был бы. И он был, если бы мы его не уничтожили, все вот эти ирригационные системы. То есть у нас так и осталось 24 из 90. Да. Вот сейчас следующие три. И мы закончили переговоры с французским агентством по инвестированию. Опять же, идет разговор о 40 миллионов евро. И они будут отстраивать следующие две ирригационные системы, следующие они уже берут и они будут. То есть в общей сложности к 2025 году в работе будут 5 ирригационных систем централизованных. Вы сейчас говорили о реках, но я знаю многие страны, где существует практика собирания дождевой воды, собирания и хранения и адекватного использования. В Республике Молдова что мы делаем с дождевой водой, кроме как наблюдаем, как она уходит в землю? Вот только это и делаем, к сожалению. Поэтому мы должны научиться, и я думаю, что мы создали вот это агентство «Новый АНИФ». Мы их отправим в Израиль, они должны научиться, каким образом сохранять и дождевую воду там меньше, но из канализационных стоков. Потому что Израиль нам показывает, что каким образом нужно относиться к воде вообще. И это первая страна в мире, которая но они используют в ирригационных системах до 80% канализационных вод. Такого уровня использования и утилизации качеством воды в мире просто не существует. И надо будет еще поработать и с другими, каким образом мы будем собирать дождевые воды. И мы должны понимать, что для земли и для всех видов овощей, фруктов и так далее, самое лучшее является для ирригации дождевые воды. Вы мне не ответили на вопрос, сколько нам нужно лет для того, чтобы мы могли внедрить закон 50% отечественной продукции в наших... Ну, эту продукцию надо иметь. Я вам говорил, по яблокам у нас 100%, по мясомолочной продукции у нас в очень большом объеме данная продукция на прилавках. А все остальное надо иметь, надо производить. Надо кооперироваться. Ну, это во-первых, и во-вторых, надо ее производить в объемах. Если, допустим, у ритейлера 180 магазинов, он хочет заключить договор, он должен продавать постоянно, мы хотим покупать. У тебя должен быть товар, ты его должен поставлять постоянно, у тебя должен быть качественный товар, проверенный товар в тех объемах, которые он требует, и у тебя должен быть 12 месяцев в году возможность поставлять данный товар. То есть я думаю, что до того, или без того, чтобы мы кооперировали с Республикой Молдова, не будет никакой возможности для того, чтобы можно было хотя бы каким-то образом попасть в данный магазин. Господин министр, многие страны при обсуждении вступления в ЕС и приведении законодательства в адекватное состояние, чтобы оно соответствовало нормам ЕС, обсуждали отдельным пунктом долго и нудно и спорили именно сельское хозяйство, ситуацию в сельском хозяйстве. Мы сейчас вроде как тоже готовимся обсуждать и приводить законодательство в порядок, наше отношение к сохранению и развитию нашего сельского хозяйства. У вас есть видение? Ну, конечно. Конечно. Но, во-первых, все люди на планете понимают, что сельское хозяйство, оно является из жизненно важных действий. Мы можем жить без интернета, без одежды новой, без машин, без бензина, без телефонов, без телевизоров, без всего. Мы не можем жить без воздуха, без воды и без еды. И поэтому все страны на этой планете понимают, что субсидировать сельское хозяйство – это жизненно важное действие.
Это не просто игры о чем-то. И поэтому обеспечить свое население едой, или основной едой хотя бы, это является основным действием данного государства. Поэтому у нас есть программа по развитию животноводства. Поэтому у нас есть программа по развитию непосредственно переработки. И вот мы сейчас и на юге Молдовы мы развиваем овцеводство, потому что это опять очень хороший вид деятельности. И мы их тоже переводим на субсидирование с поголовья. У них будет и поголовье, и будет еще за килограмм проданного молока. То есть тоже по документам или по кассовым аппаратам. То есть мы развиваем наше животноводство, развиваем садоводство, развиваем нашу промышленность, стараемся по переработке. Но опять же, в переработку включаются люди, которые имеют возможность продавать данный товар. Никто не вложит ни один лей, если он не имеет возможности продать с прибылью данный вид товара. Я вас сейчас заранее приглашаю, я буду снимать программы для того, чтобы развенчивать мифы и объяснять, что такое на самом деле вступление в ЕС. Я готовлю сейчас целый цикл программ. Я вас приглашаю, в том числе для того, чтобы помочь понять нашим гражданам, как много спекулируется, в частности, о сельском хозяйстве, того, что на самом деле совершенно не будет. А главное, что, я так понимаю, наши переговорщики будут говорить и по сельскому хозяйству, а не только уговаривать, возьмите нас, пожалуйста. Нет, по сельскому хозяйству будет говорить Министерство сельского хозяйства. Мы создали у нас целый департамент, у нас госсекретарь по экономическим вопросам. Тем более, вопросам. Будет да. Мы сами себя будем представлять. И, кроме всего прочего, мы должны понимать, что наши сельхозпроизводители, которые относились с большой опаской к Евросоюзу, они поняли, что если ты выполняешь требования, а требования абсолютно нормальные, это рыночные требования, если ты их выполняешь. Вот, допустим, я вам дам один пример. Мы продавали, мы продавали в Европу 160 тонн черешни. Мы субсидировали, они купили, мы субсидировали линии по упаковке, калибровке, и за один год 2600 тысяч, понимаете? Тонн черешни по 4,5 евро за 1 килограмм ушло на экспорт. Это деньги, которые пришли к нашим сельхозпроизводителям. Наши товары востребованы, а их ценят на территории Евросоюза. Вкусовые качества, качество самих товаров очень высокого уровня, вообще никаких проблем нет. Надо просто выполнять те требования по объему, по созданию кооперативов. И тогда рынок Евросоюза для нас открытый. А можно где-нибудь прописать, чтобы еще определенная часть той же самой черешни оставалась на нашем рынке и по земной цене? Ну, это а то у нас, вы же знаете наш юмор, что если ты позволил себе купить килограмм черешни, ты уже состоятельный человек. Я честно вам скажу, как в 2023 году я никогда в жизни так мало черешни не ела. Я надеюсь, что все-таки наши люди, мы привыкли к этим фруктам, мы будем на них надеяться, выросли, что и эти витамины будут у нас оставаться тоже, а не все будет уходить, что имеет товарный вид на рынок. Заключительный вопрос, я предлагаю закончить тем, что вы в первом же ответе упомянули, перепись. Насколько важна перепись, потому что у нас, вы видели, много чего фейков и запустили. Я хочу, чтобы вы объяснили нашим гражданам, почему Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности важно, чтобы перепись прошла, чтобы люди отвечали честно на вопросы, потому что, чтобы вы имели основания для строительства планов развития отрасли. Перепись очень важна. В первую очередь мы должны понимать, сколько людей по-настоящему проживает в данном населенном пункте. Когда начинают делать проекты по строительству канализационных систем, по водоснабжению, и мы понимаем, что, допустим, нам говорят, в этом населенном пункте проживает 3500-4000 людей. После того, как вкладываются миллиарды леев и проводят данную центральную линию, начинают связывать людей. И мы находим на одной улице 2-3, то есть из 50 домов живут 2-3% или 5% людей. И в конечном итоге невозможно включить канализационную систему, если у тебя нет определенного количества людей, нет определенного потока воды, и оно не получается в рабочем состоянии. И мы таким образом, я думаю, на уровне Молдовы за последние несколько десяток лет похоронили безвозвратно миллиарды молдавских леев. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать те же школы, детские сады, магазины, дороги. Все наше строительство, оно ориентировано и подвязано непосредственно к людям. Мы должны понимать, какое количество людей проживает, какие дороги нужно строить, какие виды транспорта нужно подводить к этому населенному пункту, одному, второму, или третьему, или четвертому. Это имеет экономическую составляющую очень важную.
И, кроме всего прочего, мы проводим параллельно и так называемую перепись земель. И сельскохозяйственную земель, потому что мы должны понимать, и наши граждане должны понять, и сельхозпроизводители. Если мы войдем в составе Евросоюза, и у нас будут зарегистрированы в кадастровой службе, допустим, 1 миллион гектаров земли, то после этого будет практически невозможно прийти и сказать, а деньги, уплата, там, эти 250 евро за каждый гектар субсидий каждому сельхозпроизводителю, который дается на уровне Евросоюза, минимально это идет, они в принципе даются, учитывая от объема земли. И практически будет невозможно, я приду после этого и скажу, у нас оказалось не миллион, а у нас 1,5 миллиона. Они скажут, как у нас любят по урожаю читать. Да, да, они скажут, ну и будьте здоровы, то есть вот за, что задекларировали, то и имеете. Поэтому мы проводим данную перепись. Это все в интересах нашего населения и наших людей. Я спасибо, я благодарю вас, что вы ответили сегодня на мои вопросы. К сожалению, время программы сегодня истекло, но вы уже получили следующее приглашение, и обязательно будем обсуждать и дальше, в том числе и то, что вы сказали сейчас в конце, да, сколько будут выдавать субсидий, помощи на развитие, в том числе и сельского хозяйства. Я с нашими зрителями прощаюсь до четверга. Берегите себя и своих близких.